был серьезный разговор. Вот этот сад жизни, да? Сад жизни. Он имеет 15 тысяч подписчиков. Сколько из них возьмут в руки? Вначале секаторы, потом пилы, а потом топор. Будем разбирать капитально. Хотя у меня там много и другого интересного. Кто-то из стариков, старики, я имею в виду, эти, бой идут одни старики, тех, с кем мы общаемся много лет, они все это практически знают. Но в прошлый раз все я заметил, когда там это... Сейчас на экране у меня нет ни фамилии, ни количества, сколько меня слушает. А потом, когда я увижу, в тот раз я увидел на прошлом вебинаре, почему-то много фамилий новых, незнакомых. То есть старики уже по водичке отвалят, они все знают. Вот и тут старики могут отваливать, но новичков надо начинать с этого. Вот те слова, когда человек, очень серьезный человек, которого я и так знал до этого письма, хорошо знал, он у меня умолял: Валерий Константинович, рассказывайте о своем, не трожьте вы тех, кто это. Они взрослые люди, у них есть свои достижения. Они это самое, имеют право так писать. А я говорю, не имеет права так писать. Мол, пожалуйста, сейчас морозы. Давайте так, перед этим. Сейчас вы увидите, как учат калечить деревья. Причем добросовестно учат. Так сказать, с чувством, с толком, с расстановкой. Убедительно самое страшное. А зато этот год, я ждал этого года, знаете как? Когда-то доиграемся. Вот, все, что я видел, это наберете, допустим, клоновые подвои, наберете клоновые сорта, наберете клоновые эти самые яблони, промышленные особенно. Сейчас погибают по всей планете эти самые клоновые подвои. Частично спасутся, где много снега, а вот, а где-то везде по России 30-40, 30-40, 30-40, и есть еще уже за 40. Вот. А об этом, чтобы клоновые здесь росли, им близко такого нет, и может быть. Вот. Колоновидки, все будет уничтожено, и если потом будут давать 1-2 плода. Это все, это вся Западная Европа. Вот. Это половина Америки, вторая половина ждет, туда идет сейчас морозы, с юга на север. Это Мексика. Мексика, кто изучал, это уже близко к экватору. Это Конго. Вот, это Алжир, Греция, Турция, везде все завалено снегом, это, везде остановка этих самых, там такое творится, вот, ужас, наш Дальний Восток. И вот, как правильно, как это, спасибо, что у меня такой сторонник есть, как Ваулин, да, директор института, вот, который написал вот, с таким уважением про корни маньчжурских абрикосов. А такие же корни у груши. Так. А яблони, а что, обязательно? А, потом еще дойдем до этого. Так, ладно. Итак, 6 факторов, влияющих на плодоношение. Вот, понимаете, сразу скажу, прежде чем, что вы уже должны иметь понять. Если отрезается ветка, так, она не просто отрезается. Ее режут зимой, когда нет листьев. Бывает и летом, но реже. Вот. Это сразу уничтожается часть дерева. А кто-то считает, что после этого оно будет лучше расти. Он видит, что этого нет, а ниже пошли ветки. Я вам потом такое покажу на своих примерах. Но это так, к слову. Каждый раз сделана принципиальная ошибка. Отрезаем листья, которые дают. Ну, например, отрезали 10%. Это немного. То, что учат, вспоминайте, 30-50% этих веток, а, соответственно, и листвы. А это солнечная батарея. А что оно дерево-то? Оно, конечно, восстановится, если не умрет. Вот. Но другое это дело. Зачем это делать? Зачем дерево, которое 5 лет, отрезать так, чтобы оно как бы стало 4-годичным? По факту, по количеству древесины, по это самое... По количеству листьев. Как так? Вот это кто-нибудь, кому в голову приходит с 10-летнего дерева, там поработать, получится 6-летнее. Еще все в ранах. Но это сам смысл. Вот этот смысл ни до кого, до них не доходит. Смотрите. Итак, сейчас я полностью разберем, пусть минут 20 потратим. Но это важнейший момент. Вначале за здравие. Факторы, влияющие на срок
плодоношения, способы, заставляющие плодоносить деревья. Вот. Кстати, нигде ни слова про привитые или непривитые. Вот. Я имею в виду сам факт обрезки. А привитое, непривитое – это принципиально разные вещи. А здесь по принципу и то режем, и то, не вникая в эти дела. Смотрите. Как заставить плодоносить дерево? Здравствуйте, уважаемый подписчик. Надо было написать. Здравствуйте, 15 тысяч подписчиков. Бедные вы, бедные. Вы приобрели отличное плодовое дерево. Пришел срок плодоносить, результат ноль. Упрямца можно перевоспитать. Это моя заметка, продолжение темы от 17 ноября 2020 года. Мне рассказал странных обряд. Вначале все молодец. Совершаемых садоводов, огородников. Некоторые из них направлены на то, чтобы заставить дерево давать плоды. В конце я написал, что есть гораздо более безопасные и более эффективные способы выполнять свои обещания. Вот отсюда я читал, мне млело сердце. Представляете? Вот. Более безопасные. Ну, дальше идет фотография. Как заставить плодоносить дерево? Фактор, влияющий на срок начала. Сорт. Разно вступает плодоношение, не одинаково. Кто бы спорил. Подвой. Вот молодец. Уже пока еще молодец. Они тоже различаются. Это подвой. Есть семенные, есть клоновые. Подвой сильно влияет на срок начала плодоношения. Ну, прямо душа поет. Деревья на семенных подвоях более долговечны. Внимание. Пока все правильно. Но яблони и груши поздно начинают плодоносить. В среднем на 5-7 год. Вот. Ну, раз я еще подвой, значит, я еще привитых деревьев. Насчет 5-7 год, это он не прав. Это на крайний случай. Особенно там, где нарушаются вот эти законы, которые я установил, только говорить не буду. Там получается практически сразу. Ну, буквально два слова. Двухлетний подвой, допустим, на него прививаешь ветку с 2-3-летнего дерева, оно уже начинает плодоносить. И каких 5-7 лет? Год-два. Даже на сенцию. Я вам их сотни показывал. Итак, деревья наклонного подвоя вступают на плодоношение раньше. Хорошо, пусть на первый год. Нет, на первый никак. На второй год, на третий. А эти будут всего лишь на годик отстанут. Но стоит из-за этого выбирать клоновый подвой. Это первый вопрос. Дальше вот эта несуразная картинка. Я уже так ее, я уже и пробовал на бок ее, и по-всякому. Что это? Может быть, у него есть клоновый подвой. Я вас очень прошу. Найдите мне такое. Откуда это? Что за дерево? Вот. А здесь написано яблоня. Наклоном подвое. Значит, где-то он... А, это, может быть, это его, видите? Вот. Логотип-то его, вот сад жизни. Вот. Ладно, не обращай внимания. Место посадки. Открытые солнечные места. Опять все замечательно. Что будет дальше? Ой. Полутени, плодоношение позже, можете наступить. Ну, а дальше конкретный пример. На 9-й год. Экономим время. Тень каменного забора. Питание, влага. Оптимально, без излишеств. Да вы посмотрите, что я прислал к нему. Проводить подкормки вовремя в нужных количествах. Хорошо отзываться на органические минеральные удобрения. Ведь ваши любимцы щедро дарят урожаем, ежегодно выносят с урожаем почву килограмм элементов питания. Их надо возвращать. Да, ради бога, возвращаем. Вот. Как заставить плодоносить дерево? Способ размножения... Дальше самое интересное начинается. Способ размножения, которым получено дерево. Есть обычные сеянцы. Они поздно вступают в плодоношение. Так, смотрите. Примечание железа. Тут я впервые не выдержал. Автор ниже предлагает деревья калечить. А ведь на больше... Заметьте, выше было написано, что калечить бы не надо. А ведь на большей части холодной России деревья-мигранты с юга и запада подвержены калечению, неправильной посадкой, травмированием при пересадке, диким морозом, на дворе 30 морозов, вот это самое, минус 30 морозы 18 февраля 2001 года. Это по всей России до Сочи, Крыма. Вот. Сейчас я опережаю события, потом еще раз это сделаю, это уже как постулат. Значит, у нас на большей части России, да практически везде, вспомните, сочек нет, абрикосов не могут вырастить. Вот, у нас везде и всюду
во всей России настолько жесткий климат, что он заранее уже частично калечит деревья так, что они уже не нуждаются во всем вот этом. Что потом, вспоминайте, перевод на плодоношение, там, ну, еще ниже будет. Уже заранее скажу, они просто не нуждаются. У нас и так они это, как писал статью про меня Ребрик, главный редактор журнала, это самое, «Вестник садовода». Как он писал, уже лизал все это, все изуродованы, все штампы. Они и без нас-то уже изуродованы. Вот. И получается, что если дерево хочет спастись, оно и без нас раньше начнет плодоносить. А здесь что получается? Идем дальше. На дворе минус 30, все калечится. А на кой черт? Так, а они, оно уже эти, сплошные раны. Видите, как получается? Естественным причинам добавляется искусственно. А все в сумме, это сверхсадам. Дальше товарищ пишет. До конца будем разбираться, дальше страшнее, как сказки. Есть клоновые деревья. А где мой чай? Нету чая. Не, я без чая отказываюсь работать. Сейчас это займет меньше минуты. Здесь без полемики не обойдешься. Есть клоновые деревья. Они могут быть привитыми, корневыми отпрысками, укорененными, как на земле, так прямо на дереве. Все клоновые деревья начинают плодоносить раньше, чем те выращенные семечко. Принимаем к сведению, что человек разбирается. Заглубление корневой шейки при посадке. Начинается. Ее заглублять нежелательно. Я не хочу писать, как многие, нельзя. Вот. Не многие, а редкие, как я пишу, нельзя. Если вы при посадке немного заглубите, ничего страшного не будет. Вот это уже подлость. Вы, у вас 15 тысяч подписчиков. Они должны знать, как святое. Корневая шейка, которую вы упоминаете, это не просто корневая шейка. Вот. У сеянцев она естественная. И находится на границе земля-воздух. Никаких этих самых. А тут получается как? Если он упомянул клоновые деревья, так? Но клоновые деревья делятся, в принципе, на корневые отводки, сколько я вам их показывал, и он выкопал, и будет он посадить так же. Он вылез от корней, но у него условно корневая шейка есть. А вот то, что вы потом ниже покажу, эти дебильные, воткнул палку, обросли. Почему не короткий век? Потому что у них нет корневой шейки, в принципе. Вот где земля, воздух, в это место и гниет. Сколько раз я вам показывал? Нет, раз показывал немного. 2-3 раза я вам показал. А сам за свою жизнь видел их сотни. Особенно, когда тот сад растил на острове. Дерево держится за молодой саженец. Ветра гуляют. Страшно. Вот. Простой капулировкой привил. Вот, выросли, уже были метры полтора, первый же ураган, стук 20-30 сломало. Я их бегом, эти самые, коля, так, но саженцы уже привиты колям спасены, они уже не падают. Через год-два упали, не саженцы, коля упали, саженцы уже крепли, все, коля упали. Год-два они сгнивают, пусть сухие, но эти самые... Живые они тоже долго не живут. И вот человек что сделал. Заглубите, ничего страшного не будет. Он не различает те, которые натуральные отводки. Пусть они не имеют центрального корня. Пусть отводки, у них есть свои преимущества. Помните, я рассказывал, близко грунтовые воды. Вот. Но отрастут новые корешки. Вот это неправильно. Учишь, так учи, как положено. Вот. Немножко беременным не бывает. Бывает беременная или не беременная. И вот если реально заглубить сантиметров на 10, начало отодвинется. Согласен. А на 5? Что, на 5 можно? Еще страшнее при посадке саженца заглубить. Здесь вы правы. Но мы еще не подошли к главному.
Как заставить подносить дерево? Это как раз у него такая фраза, каждый абзац. Руководствуясь выше перечисленными факторами, выбирайте саженцы, которые подходят вам по всем параметрам, зимостойкости, сроку начала подношения, высоте, форме, по вкусу плодов. А, вот спасибо, конечно, а где взять-то? Вот я Железов, да? А теперь представляем это самое. Я где возьму-то? Я был на рынке, я подхожу, мне как лапшу начали вешать. Я говорю, а где у вас сад? Они говорят, в Калах. Я говорю, я Калу знаю, там каждый год за 40. А мы там доращиваем. Одеваться некуда, и придется из Крыма, и то, в Крыму давно уже перестали выращивать. Тогда откуда получается? А что значит доращивают? Это просто как бы промежуточная база. Зато это самое, смело говорят, глядя в глаза, мы доращиваем. Привезли туда, прикопали, все. Теперь они уже стали это, сибирскими. И вот что получается. Ни хрена советовать-то надо, а советовать надо не это. Надо советовать, если ты взялся 15 тысяч учить, выращивать саженцы самими с нуля. А то сейчас подобрал, ходит по рынку, зимостойкость, да, 50 выдержит. Я как вспомню этого, фамилию уже стыдно говорить, с этого, со Смоленска. Написал, минус 60 выдерживает эти самые шелковицы и абрикосы. Я ему звоню, говорю, а ты это самое, мужик, ты где проверял минус 60? Я в Норильске прожил полжизни, там 60 ни разу не было. Где ты проверял? А он мне, знаешь, что написал? Ну, я в Сибирь высылал, мне оттуда ответ пришел, все нормально. Вот так вот. И он придумал, посмотрел потолок, и минус 60. Сколько людей купилось на это? Тысячи. Потому что у него был на тот момент один из самых раскрученных питомников. В Смоленске, на юге России, для Якутии вырастил. И вот что получается. Невозможно ваш совет выполнить. Откуда продавец сам не знает, в какой срок начала подношения. Высоту можно. Чем выше, тем дольше приживаться будет. И чем выше, тем быстрее сдохнет. Вот. По вкусу. Сейчас, ага. Если написано мелба, то что будет мелба? Если на заборе написано это самое. Ну, знаете, что на заборе пишут. И началось. Вот самая подлость уже отсюда. Успокоиться не могу. Подрубание корней. Не бойтесь, я не сошел с ума. Это сложнейший момент. И как бы эти 15 тысяч, вы чтобы узнали вот эту подлость, что это что человек, который ничего не соображает. Обкопайте дерево по периметру кроны. Представляете? Обнажите несколько корней. Обрубите их кончики. Хорошо полейте, сами засыпьте землю обратно. Внимание! Этот прием стимулирует нарастание новых сажущих корней, следовательно, улучшает питание растений. Проводите лучше летом. Летом! Теперь до обрезки мы дойдем. Теперь смотрите на самом деле. Это важнейший момент. Дело в том, что Павел Троценко, он потом эти куски вырезает отсюда и делает из моих слов, текст, вот то, что я вам говорю, все это будет словами. Вот. И в Яндексе выставляет. Там хоть спасем какое-то количество людей. Вы знаете, середина лета, 10-20 саженцев, средний сад. И каждый обкапывает и обрубает корни. Я вам сейчас приведу конкретный пример, для новичков, не для стариков, они уже все это знают. Вот. Смотрите внимательно. Итак, он обрубил всего лишь 10% корней. То есть, ну, назовем это десятую часть или как, массы корней. Вот. Там, допустим, вот они вот так вот, да, вот тут взял вот этот. Вот. И не полностью обрубил, а на одну треть, ну, 10% корней нету. Что происходит дальше? Середина лета. Середина лета, дерево нужно готовиться к зиме. Так. 10% это как минимум, влаги не поступает в крону. Я ничего не путаю. До 10 я считать умею. И знаю, что такое проценты, в школе проходили. 10% влаги не поступает в крону. Вот просто не поступает в крону. Потом пройдет время, и они должны обрасти новыми корешками. Но дело-то в том,
что то, что находится под землей, так, там еще раны остаются. Дерево, их еще надо залечить. А потом, да, успеть восстановиться. Если бы у него хватило мозгов, если бы этот способ был бы действительно эффективным, он бы сказал, одновременно 10% кроны. Туда же уже влаги меньше поступает, напора уже не будет. Ну, то есть меньше. Ну, надо отрежься эти 10%. Уже это все тоже дерьмово. Но, по крайней мере, логично будет. А ему к зиме готовиться. А оно ослаблено тем, что потерял. Это, ну, знаешь, что такое недокормленный ребенок? Вы своих детей это, попробуйте так, чтобы меньше хотя бы ели. И то без обрезки пальцев. Я уж не знаю, какие примеры привести. А впереди зима. А под землей начинается что? Начинается, надо же еще эти раны-то. А впереди зима. В середине лета обрезать. К зиме зарастит вот эти вот раны, корни? Нет. Можете не проверять, я, поверьте мне, не зарастит. Туда мороз пойдет, впереди зима. А самые крутые специалисты, кто, я как вспоминаю, да, они, наверное, это делали, они мерили. Я не верю им до конца, потому что они минус 40, снега нет, а корни живые. И не видно никаких повреждений, весной крона. Когда я вижу двухметровые просто, значит, корни живые, целые. Вот. И тогда получается, что они, оно по науке, по теории, марцинских корней несколько раз ниже, чем кроны. Корни там, где мороз, а кроны под землей, а там снег защищает, дерн защищает, если все по уму, если не калечит все это по дури. Вот. И тогда 10-20, как наука пишет, всего лишь марцинских корней должно хватать. Но ты-то, ты-то самое, чуть не выматерился, ты-то их обрубил, ты же раны сделал. А? Представляете, что делается? Выкопать, изколечить, засыпать. И это на полном серьезе. А начал-то как хорошо. Обрезка. Формирующая, сдерживающая, омолаживающая. Так и по срокам проведения. Летняя, зимняя. Только летней не хватало. Ну ты что, сдурел что ли? Когда вы, этого не знает до сих пор наука. Потому что летняя обрезка, она фактически узаконена. И когда я был в Москве, я до сих пор боюсь показать фотографию, где я с доцентом стою в этом самом знаменитом в России саду, вот, стою возле вишни и фотографировались, да, нас фотографировали. Когда я его искал, он как раз занимался летней обрезкой. То есть, а он доцент, сейчас уже, может, профессор, прошло-то 10-12 лет прошло, наверное, уже доцент, уже не доцент, вот. И что получается? Это уже страшно. Разве можно писать летнее? Он не знает, что только летом отрезал, все остальное дерево, оно все это самое, притормаживает, так скажем. Вы не видите. Еще листья есть. А в основании пазухи каждого листа есть почка. Ее лист кормит. И она должна до осени, до зимы вызреть. Стоит обрезать, прекращается этот процесс. А если еще чуть раньше, допустим, первой половине лета, а на юге даже придумали такое. Вот. Знаете, какое придумали? А мы не только, мы вот с первой половины лета еще уже летом обрежем, а он успеет переформироваться почки с ростовых, и смотришь, они еще, по идее, должны превратиться в эти самые плодовое образование превратиться должны. Этот прием настолько южный, что он опасен даже в Италии, потому что сейчас в Италии минус 20. Даже там. А здесь-то разве можно так делать? Дерево перестает готовиться к зиме, перестает просто расти и развиваться. Все. Оно это воспринимает как сигнал бедствия, и тут же эти самые. Как, это и плохо, и хорошо. Это у нее, у дерева инстинкт миллионолетний. Стоит только, вот как прищипывание, считают способ неправильный, нельзя его проводить. Вот. Обрезку летнюю, осеннюю, даже поздневесеннюю нельзя. Уже не успеет. Ну не успевает, и так притирку. Потом массовая миллионноразовая гибель у деревьев. Видите как? Вот что получается. Ну как объяснить по-другому? Ну это были у меня специальные передачи, посвященные этому. Итак, вот это вот,
формирующая, сдерживающая, омолаживающая, сколько угодно, омолаживайте, когда дерево старое. Формирующая, весна, первый год, ну второй год. Отрезайте, не бойтесь, только до того, и только в самом начале перед сокодвижением. Сокодвижение для залечивания ран. Больше, еще есть небольшое сокодвижение осенью, перед зимой, и больше никогда она себя не лечит. И через эту рану от нее душа уходит, через эти раны. А их столько придумали. Вот. А лидеры-то у нас, знаете кто? Тимирязевка. 9 видов веток уничтожить на кольцо. И ведь это на полном серьезе. И вот получается, что, значит, саженец пока растет, еще маленький, и очень можно изувечить, что можно на ним поиздеваться. Цель вот так, чтобы росла. Вот. Ну, или вот так, как показать. Чтобы вверх уже не росло, и вы скажете, а Валерий Константинович, вы сами себя противоречите. Тогда уже не будет этого самого. По штамбу будет вода течь. Ну, давайте тогда дальше. А что такое дальше? А разделим на те, которые, наоборот, привыкли к сырому климату. Сливы, вишни, яблони. Вот тут издевайтесь. Тут вот этого, чтобы защитить штамб, и чтобы большинство листьев вот так глядело, чтобы штамба отводила воду. Не обязательно. Ниже это я вам все покажу. Вот. А вот, извините, груша и абрикос – это святое. Там никаких издевательств над деревом. Ниже покажу. А теперь смотрите. После всего, что я сказал. Вы видите, какой он молодец. Ну, как вот человек, который выращивает такие прекрасные плоды, так и не поверить. Ну, ладно. Вот он даже про юность рассказывает, про уссурийскую. Все хорошо. Кстати, уссурийская. Нет, я не стал это самое стать 15001. Я залез сюда. Смотрите. Узнаете? Нет, смотрите, вот сюда. Где он тут был? Вот. Еще раз. Я ничего не напутал. Смотрите сюда. Ничего не напутал. Она. Теперь я беру и вас учу. Виноградов, привет. Самый мой надежный этот самый. Уже можно сказать, что, как сказать, боец невидимого фронта. Итак, я нажал правую мышку. Найти это изображение в Яндексе. Сейчас мы посмотрим. Внимание. Смотрите внимательно. Я начинаю листать. Сколько сайтов претендует на то, что это они фотографии сделали. А? Ну-ка. А? Молодой человек, смотрите в глаза. Или вы мне молодой? А? Какое отношение вы имеете к этой фотографии? Вы учите калечить деревья? А это еще не все. Это только вот так. А теперь внимательно смотрите. Это не она? Смотрите. На следующем снимке. Видели? Вот она. Катунская якобы. Видели, да? Ну, в общем, хватит издеваться. То есть, эту фотографию вы слямзили с интернета. Хорошо, не мою. Я ниже покажу 6 фотографий, знаменитый из питомника, мои присвоив, 6 штук. Так, пример из юности пропускаем. А, нет, не пропускаем, из принципа. Только мы уже не здесь будем смотреть. А, видите, я скопировал, все честно, вот они. И увеличил этот, как шрифт увеличил, смотрим. Пример из юности, росла уссурийская слива, плодоносила хорошо. Знакомый садовод посоветовал после сбора урожая в начале осени подрезать каждую веточку, надеюсь, 15 веток. Попробовал, на следующий год ветки были усыпаны плодами. Вот. А дальше что? А дальше знаете, что бывает? Ни черта эти не выросли. То есть, получается как? Дерево, оно умудряется дать рекордный урожай. Но перед смертью. Вот. Это страшная вещь. Вот это вот. Вот это вот. А он ее приводит в качестве положительного примера. А смотреть в глаза. Уссурийская слива надежная штука. Ее можно калечить. Но я тебе не верю просто. Вот это вот. Нахрена ты слябил? Я тебе просто не верю. Вот. Нужен пример. Придумал пример. Растягивание тебе горизонтально. Важнейший момент, ребята. Ведь это стало модой. Не отрезать, а растягивать. Это стало модой. Хреновая мода.
Ветка аккуратно отклоняется в горизонтальное положение, надежно крепится с помощью веревки. Вот делать человеку нехрен. Отклоненная ветка недополучает внимания. Вот это вот выдумка человека. Отклоненная ветка недополучает внимания, закладывает плодовых почек. С чего ты взял, что она недополучает питание? А? Солнце, да, меньше. Они обычно к солнцу стремятся. Если даже это так, ты добился того, что тебе стало больше плодовых почек. Внимание. Сделать это можно не со всеми. Вот. Одно. И тут же, смотрите. Например, у некоторых сортов яблонь, груш, ветки растут почти вертикально. Растягивать их можно легко сломать. А то бы растянул, да? Внимание. И вот твоя рисунок. Я не буду сейчас искать, ты это нарисовал или кто-то тебе помог. Вот, мне тоже помогает Троценко рисовать. Вот это вот дерево. Раз, два, три. Ну, оно неправильное, честно. Ну, ему, допустим, лет пять, да? Вот делать было нехрен. Смотрите дальше. Вот это вот. Все живое тянется к солнцу. Эту фотографию делал я. Это дом с моего соседа. Мой дом сразу за ним справа. Он тоже читал журнал. Он взял, выпилил центральную проводник. Взамен что он получил? Взамен он получил кучу веток вертикальных. Вот. Итак, что такое дерево? Дерево это солнечная батарея. Во. Каждый лист маленькая солнечная батарея. Никуда вы не денетесь. Все это дурной труд, как минимум дурной. Почему? Росло себе, росло. Ниже покажу, что получается. Отклонил, а оно полезет вверх все равно. Его не переделаешь. Это закон природы. Тянуться вверх. Все эти глупости временные. Это, на год-два раньше получил подношение, а потом. Сами же пишите, вы авторы, что они бесплодные вертикальные. Они не бесплодные, на них потом плодушки. Просто глупости на глупости. Сперва делают так. Потом, когда появляются вертикальные ветки, а тут даже на этой схеме их получится десятки, если не сотни, берется этот самый секатор, и все эти вертикальные ветки отрезаются, называя их бесполезными, глупыми, ненужными, жирующими. Ох ты, жируешь их секатор. Поняли? Вот это дурь. Если не отклонять, растет. Если отклонить, все равно будет расти вверх. Все живое тянется к солнцу. Вот. Жаль, что вот почему-то в школах это не проходит. А дальше я пишу шутки в сторону. Пытки, подлость, предательство. Как заставить подносить дерево? Это все он. Перетяжка. Можно перетянуть проволокой как ствол дерева, так и отдельную ветвь. Растение недополучает питание в результате этой операции. Закладывают плодовые почки. Если закладывают плодовые почки, значит, вот так хреново. Недополучает, они просто недополучают. А зачем тогда плодовые почки? Если недополучает питание, при чем тут плодовые почки? Им же плодоносит. Да, недополучает. А плодовые почки называются сос, спасите наши души. И не рассчитано на длинный век. Если дерево, это он пишет, которое долго не плодоносило, начало приносить плоды, проволоку можно снять. Спасибо. Иногда образуется наплыв. Не бойтесь, это не страшно. Хотите проверить, что такое наплыв? Сейчас. Вот она перетяжка, а вот железо. Видели? Повтори это на себе. Хотел добавить матерное слово. Раз ты не знаешь, что знай. Наши организмы и организмы деревьев подчиняются одним и тем же законам природы. Перетяни хотя бы свой палец всего лишь, и все поймешь. И то, что ниже попробуй. Как заставить плодоносить дерево? Вот человек, который так хорошо начал статью, кольцевание. Даже читать противно. И вот, понимаете, что морозы. Я не знаю, как по-другому это все. Острым ножом бороздование. Острым ножом проводить несколько полос так, чтобы обнажилась древесина. Бороздовать можно как ствол, так и отдельные ветки. Совет: раны после подсыхания замазать варом. Они проще не резать, а? Чтобы избежать попадания грибковых инфекций на дерево. Не поможет.
Почему? С этого момента, когда будут эти раны, а мы это с вами проходили, понятия не имеет, все из интернета. Просто берет, и для того, чтобы заработать эти самые серебряники, или как их там, эти лайки, вот это все страшная вещь. Вот. Чтобы обнажилась древесина. И это в Сибири, и это в России. Еще. Пятый-шестой способ позволяет заставить плодоносить упрямца. А что же перед смертью надо дать плоды? Влияет на хорошее закладывание. Внимание, все эти операции можно проводить только на здоровых, хорошо растущих деревьях. Это что, на больных, конечно, а здоровые-то за что виноваты-то? Они здоровые. Постулат Железова. Вот это важнейший постулат для будущих учебников. Естественно, трещины на деревьях хорошо зарастают. А раны, сделанные режущим инструментом, никогда. Никогда. Фух. Прививка на карликовый подвой. Это все он. Деревья на таких подвоях вступают в плодоношение уже на 2-3 год. При этом хорошо наращивая объем урожая. Какой хрен урожая на карликовый подвой-то? До какого объема? До ведра? Вот. Единственное, я вот эту схему вставил. Знаете почему? Карликовые подвои, они хороши только там, где близкие грунтовые воды. Тут уж не отнимешь. Вот. Но, смотрите внимательно. Вот эта подлость заключается в том, что это искусственные корни. Посмотрите внимательно. Сюда посмотрите. Сюда. Это промышленные масштабы. А я говорю железо. Можно отправлять экспедиции в тайгу. Для того, чтобы... Просто корневые отводки, я фотографии показывал, сплошной лес. Корневые отводки яблонь, если речь о яблоне идет. Ценная, полноценная, куча фотографий увидели. Но не эту же дрянь, вот эту вот. И не эту же дрянь, понимаете? А еще раз говорю, это промышленные масштабы. Вот. И вот что получается. Если уж ты карликовый подвой, то... По крайней мере, пусть он будет отводок от дерева. Это еще шанс какой-то. Вот. А то у этих вот, на них приведете, какой к черту объем наращивать. Там-то придумали в Италиях луговые сады. Почему назвали луговые? Лук же косят. 2-3 года нету, зато успели урожай. У нас за 2-3 года первую яблочко получите, когда они уже трактор пускают. Вот. Понахватались. Вот интересно, кто вот это производит и для кого? Так же, как я рассказывал, садили в советское время эти уссурийские груши, семена, а осенью запахивали, не продав ни одного. Или следующей весной надо же опять садить. Опять запахивать. Так и тут. Для кого вот это дерьмо? Пожалуйста. Сибирка. Двухлетка. Привитая лучной капулировкой, сделано пятнышко, это все-таки железо, с моей рукой делал. А вот это вот ранетка и семечко, я их специально рядом поместил. Один год я из семян выращивал ранетки. Вот. Хотел перейти. Когда я сравнил, прежде чем убежать других, я сказал, я что, дурак, что ли? Переходить на эти самые, на сеянцевые попадки. Я не спорю, вот из этой ранетки можно сделать точно такое же, но нужен год. Почему? Нужно выкопать, при этом искалечится корень или специально его искалечить. Наживается эта штука, самая пикировка. Посадили, обрастет корнями точно так же. Вот. Но я предпочитаю, это из тайги, год сэкономлен. А это я садил. Но согласитесь, что количество корней тут, внимание, это что, уже растили года два. И тут, видели? Вот яблони и вот яблони. Еще раз, вот, тут у всех их вместе такой же объем, как у меня у одной, смотрите. Вот, я убедил, надеюсь. А как, кто убедит эти 15 тысяч человек, которые купят эту дрянь? Это его фотография. Как заставить плодоносить дерево? Еще раз повторю, не вздумайте забивать дерево гвозди. Великий риск занести инфекцию. Дерево ломается в этом месте. Ну какой ты парень умный, ну нахрена ты вышел, сказал, 2-3 борозды сделать, а? А еще удушить, а еще эти самые, кору содрать. А гвоздь забить нельзя. Давайте так, или вот от всего этого оказаться, забить гвоздь, пусть гвоздь. Потому что хватает умников,
кто учит гвозди забивать. А знаете, как они придумали-то? А гвоздь, он ржавеет. Вот так мы с помощью забитого гвоздя подаем железо в дерево. Вы что угодно можете придумать. Я иногда уже думаю, господи, надо все бросать, потому что мне все равно всех не переубедить. Смотрите, дальше я пишу. А там же как, под этой статьей у этого автора один из 15 тысяч не согласился. Что-то советы неподробное, неинформативное. Так, чтобы что-то написать. Совершенно верно. Например, это не я, это Юрий Кобзин. Не знаю, кто Юрий Кобзин. Не знаю, кто такой. Но он умный. Отгибание веток, закрепление в горизонтальном положении действительно приводит к закладыванию плодовых почек и сокращает срок жизни дерева. Вот, наконец-то. Ну, и тут же он тоже попадается. Общепринято, чтобы ветки располагались под углом 45-60 градусов, показывают, от ствола. Но и на вертикально растущих ветках яблонь, груш урожай, конечно, не будет. И так по всем советам, только название без практики применения. Вот. То есть, короче, он отругал, но написал вот эту неосторожную фразу. На вертикальных ветках урожая не будет. Вот. А он не прав. Смотрите. Я подобрал из фотографии, чуть ли не первый попался. Во-первых, это вишня. Это привитая вишня. На дикую вишню привита культурная под названием Жуковская. Дело не в этом. Это достаточно пропорциональное дерево. Здесь не пришлось работать секатором ни разу. По той причине, что оно, видите, ветки заполнили весь объем. Плодоносит весь объем. Никаких осветляющих обрезок нет и помине, и никогда не будет. Придет пора, внутри будет загущено, но не как деревья, понимаете? Ветки, которые в густоте, в тени, они отсыхают. И это нормально, это и есть нормальный рост дерева. А кто-то считает, что это ошибка. Давайте-ка пролежать еще живые, осветлять. Не оставьте дерево в покое, и переходит в отношение во все стороны и вверх. Вот обычная моя работа, вот обычная прививка. Чего мне к нему лезть? Помните, с вишней, которая там была, это? Ой, мы проходили с вами. Сколько уродов родится? То есть, вот здесь вот я должен примерно 60% ветка убрать, не меньше, чтобы осветлить дерево. А зачем? И я тогда думаю так. Придрался уже к Кобзеву, то есть к умному мужику, вот он. Вот за эту фразу. На вертикально растущих ветках урожая не будет. Ну ладно. Ну здесь тоже вертикальный урожай есть. Почему? Каждая вертикальная ветка, да, потом даст эти самые во все стороны плодушки. Короткие ветки, совсем коротенькие. Капица, шпоры. Названий много. Вот. Это я просто первый попавший. А теперь не первый попавший. Вот этот абрикос я привез с Украины. Он привез на манжурца, а это та самая жердель. Приглядимся. Вот самом наверху вертикальная ветка. Почему она плодоносит? Она не должна плодоносить. Мы ее не гнули. А почему? А потому что она плодушками обросла. Это нормальное дерево. Оно без нас знает, когда ему. Никогда не надо лезть в эту жизнь дерева. Вот. Ну пусть не в этом году, но рекорд 23 был. Это при том, что я секатором не подошел ни разу. Я даже с нее черенков ни разу не брал. Растет, никому не мешает.